Два неизвестных благотворителя через фонд «Инсан» организовали раздачу мяса малоимущим семьям. Всего было распределено более 1000 килограммов говядины среди 200 нуждающихся семей Махачкалы. В доставке благотворительных пакетов активное участие приняли волонтеры. На своих машинах они доставили мясо по адресам подопечных. Как отметили в фонде, подобная помощь решает главный вопрос малоимущих, а именно чем кормить семью. После первого раза, как я посетил многих жителей нашего Дагестана, я понял, какая плачевная и плохая ситуация у населения Республики Дагестан, потому что, находясь в центре города, мы не видим то положение, которое находится на окраинах, как люди живут в будках, многим семьям не хватает иногда денег купить продуктов питания. Если каждый подключится, будет помогать такой большой организации, то, я думаю, в Дагестане не будет таких семей, которые будут нуждаться в пропитании либо в жилье.